Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Простояла на морозе 3 часа в костюме Снегурочки во время социальной акции. Я помогала организовывать праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Я помогаю пожилым людям. Самое мое доброе дело – это помогать. Я помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями. Я посадила дерево. В наших отрядах прикрепляют детей к пожилым людям для помощи. Детей обожаю маленьких и люблю для них устраивать всякие различные праздники, мероприятия, концерты. Я считаю, что пожилые люди – это наше достояние, мы должны их хранить и беречь. Мы очищали весь город от мусора. Мы создали свою волонтерскую группу, убирали мусор с улиц. Я юный эколог, занимаюсь этой деятельностью уже 2 года. Я много работаю с детьми. Очень часто посещаем детские дома. Также мы помогаем детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями, как физическими, так и психическими. Мы патрулируем город с друзьями. Помощь погорельцам после пожаров в Хакасии. В своем родном городе я занимаюсь популяризацией здорового образа жизни, занятий спортом. Я помогаю детскому дому денежными средствами, игрушками и одеждой. Я работаю вожатой. Я хожу в детские дома, я хожу в дома престарелых. Я помогаю пожилым людям и инвалидам в их домашних делах. Одним из направлений нашего волонтерского отряда является помощь животным. Я участвую в различных спектаклях, различных сценках. Я участвовала в организации мероприятий на 9 мая для ветеранов и также маленьких детей. Я и моя команда волонтеров регулярно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны справляться с делами по дому. И самым большим добром я считаю посещение детских домов с моей молодежной организацией. У меня самая добрая в мире профессия. Кажется, что в наше время следует творить добро, так как различные электронные устройства, различные навигации заменяют нам наши чувства. Наш волонтерский отряд проводил акцию под названием «Елка добра». Когда мои одноклассники болели, я просто, помогала им изучать пройденный материал. Вообще, я очень позитивный человек, я несу одно добро. Я считаю, что волонтерами рождаются, они становятся. И я готова отдать всю свою жизнь, помогая другим. Чем больше добрых дел, тем больше добрых людей. Собираем окурки, все. Я с командой ребят помогаю организовывать социальные акции для детей школьного и дошкольного возраста. Я очень люблю помогать животным. Поездка по домам престарелых со своей волонтерской организацией. Была волонтером на установление рекорда Гиннесса в Орде. Мы переводили деньги в помощь Крыму, детям. Я занимаюсь благотворительностью в детские дома и приюты для бездомных животных. Каждое 9 мая я раздаю ленточки, чтобы люди вспоминали о подвигах Великой Отечественной войны. Мы поем с детишками-инвалидами, развиваемся с ними, помогаем им, общаемся с ними. Так они становятся более уверенными, открытей и радостней. Помогаю всем тем людям, которые нуждаются в помощи, потому что именно в этом я вижу свой смысл жизни. Привет, меня зовут Денис, я из города Слюдянки. Мое дело связано с пожилыми людьми. Одно из таких дел – это ремонт пожилых...